Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Все, что вы ищете о знаменитых турках, есть на моем канале. Известные турецкие актеры Demet Özdemir и Can Yaman вновь неожиданно сошлись вместе после последней церемонии награждения в Италии. Demet Özdemir, которая решила дать новое направление своей карьере после поездки в Италию, была воодушевлена возможностью поработать с Caner Yaman'ом. Demet Özdemir добилась большого успеха благодаря награде, которую она получила недавно в Италии. После церемонии награждения он сделал заявление, которое всех удивило. Он объявил, что теперь хочет продолжить карьеру в Италии и решил принять участие в новом проекте. Однако самым большим сюрпризом стало то, что Can Yaman также примет участие в этом проекте. Объясняя это решение, Demet Özdemir сказала: «Для меня большое удовольствие снова работать с Caner над тем же проектом. Всегда было приятно с ним работать. Я принял этот проект, потому что хотел открыть новый проект. Страница Италии и участие Caner еще больше взволновали меня. Надеюсь, мы сможем подарить нашим турецким и итальянским фанатам незабываемые впечатления с помощью этого проекта». Can Yaman заявил, что он очень доволен решением Demet Özdemir, и сказал: «Я очень рад снова быть вместе с Demet. Я очень рад принять участие в новом проекте в Италии. Они могут вместе хорошо поработать в этом проекте. И это будет незабываемо как для турецкого, так и для итальянского зрителя. Мы также можем предложить сериал». Тот факт, что Demet Özdemir и Can Yaman примут участие в одном проекте, был с большим волнением встречен как турецкими, так и итальянскими фанатами. Дуэт ранее приобрел широкую базу поклонников благодаря выступлениям в сериале «Erkin Sekus». Теперь они готовятся объединиться в этом новом проекте и создать новую историю успеха. Это сотрудничество, ставшее большим сюрпризом для турецкого и итальянского телевизионного мира, также привело к предположениям о том, каким будет долгожданный проект. Мы желаем им обоим удачи и с нетерпением ждем их новых проектов. Этот неожиданный союз Demet Özdemir и Can Yaman объединил турецкую и итальянскую публику и вызвал большое любопытство. Ожидается, что проект, в котором дуэт будет выступать вместе, привлечет большое внимание как на национальном, так и на международном уровне. Более подробная информация об этом захватывающем сотрудничестве будет предоставлена по мере выяснения деталей. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Все, что вы ищете о знаменитых турках, есть на моем канале. Известные турецкие актеры Demet Özdemir и Can Yaman вновь неожиданно сошлись вместе после последней церемонии награждения в Италии. Demet Özdemir, которая решила дать новое направление своей карьере после поездки в Италию, была воодушевлена возможностью поработать с Caner Yaman'ом. Demet Özdemir добилась большого успеха благодаря награде, которую она получила недавно в Италии. После церемонии награждения он сделал заявление, которое всех удивило. Он объявил, что теперь хочет продолжить карьеру в Италии и решил принять участие в новом проекте. Однако самым большим сюрпризом стало то, что Can Yaman также примет участие в этом проекте. Объясняя это решение, Demet Özdemir сказала: «Для меня большое удовольствие снова работать с Caner над тем же проектом. Всегда было приятно с ним работать. Я принял этот проект, потому что хотел открыть новый проект. Страница Италии и участие Caner еще больше взволновали меня. Надеюсь, мы сможем подарить нашим турецким и итальянским фанатам незабываемые впечатления с помощью этого проекта». Can Yaman заявил, что он очень доволен решением Demet Özdemir, и сказал: «Я очень рад снова быть вместе с Demet.
Я очень рад принять участие в новом проекте в Италии. Они могут вместе хорошо поработать в этом проекте. И это будет незабываемо как для турецкого, так и для итальянского зрителя. Мы также можем предложить сериал. Тот факт, что Димет Аздемир и Джан Яман примут участие в одном проекте, был с большим волнением встречен как турецкими, так и итальянскими фанатами. Дуэт ранее приобрел широкую базу поклонников благодаря выступлениям в сериале «Эрхин Секус». Теперь они готовятся объединиться в этом новом проекте и создать новую историю успеха. Это сотрудничество, ставшее большим сюрпризом для турецкого и итальянского телевизионного мира, также привело к предположениям о том, каким будет долгожданный проект. Мы желаем им обоим удачи и с нетерпением ждем их новых проектов. Этот неожиданный союз Димет Аздемир и Джана Ямана объединил турецкую и итальянскую публику и вызвал большое любопытство. Ожидается, что проект, в котором дуэт будет выступать вместе, привлечет большое внимание как на национальном, так и на международном уровне. Более подробная информация об этом захватывающем сотрудничестве будет предоставлена по мере выяснения деталей. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.